Итоги работы за год сегодня озвучили в Управлении Роспотребнадзора. Оценку результатам регионального ведомства давало столичное руководство, прокуратура и правительство области. Проверяющими в 2014 году было отправлено в госказну свыше 14 миллионов рублей. Именно такую сумму в виде штрафов заплатили нарушители. Рекорд в изъятых товарах за алкоголем и табачной продукцией. Всего же в этом году ревизоры занесли в черный список более 350 объектов, которые были проверены. Совместная работа позволила в ушедшем году сохранить тенденцию снижения количества острых отравлений спиртсодержащей продукции на 31,7%, что в абсолютных цифрах составляет снижение с 234 до 160 случаев. Все равно много. Но тем не менее, меньше, чем в 2013 году. Что же касается здоровья населения, то, по словам специалистов, в ушедшем году уровень заболеваемости гриппом снизился более чем в два раза. Отрицательную же динамику отмечают в заражениях ВИЧ-инфекцией. В статистику за 2014 попало более 200 случаев. Одной из главных тому причин – завоз инфекций из соседних областей. В целом же работа управления в правительстве области получила высокую оценку. Из озвученных задач на нелегкие в экономическом плане 2015-й – исполнение майских указов президента, а также усиленная и продуктивная работа всех региональных ведомств. Главная наша задача, опять-таки подчеркну, это через свою профессиональную деятельность, это касается всех, обеспечить социальную стабильность. Должны думать в целом о благополучии населения, создании стабильной обстановки, поддержании ее, препятствии всякому, но негативному проявлению.